Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Покажу вам сейчас и расскажу о черешковой гортензии. Это лиана, которая очень медленно растет. Она первые 3-4-5 лет очень долго набирает массу и корневую. Я решила выращивать ее, ну, года 3-то точно, в горшках с постепенной перевалкой. И через несколько лет высажу ее, когда сделаю новый забор, по периметру забора, чтобы она мне увила весь такой живой, красивый забор. Она цепляется на любые стены, и дерево, и металл. У нее есть такие присосочки. Я перевалила примерно, перевалила 3 или 4 штуки. У меня осталось 2 вот еще не переваленные. Они мне приходили весной вот такие в P9. Немножечко, совсем немножечко подросли. И вот я их сегодня перевалю в грунт 1-1-1. Ведро кислого агробалт, ведро нейтрального, ведро обычной земли, может быть, чуть поменьше, перлит, и все. Тогда корневая будет лучше, не будет замыкания. С этих кустиков я брала черенки летом. Взяла совсем немного, ну, штучек 40-50. И грунт у меня был для них тяжеловатый. Недавно, недели 2 назад, я им поменяла грунт на более легкий, более воздушный. Вот 1-1-1, 1:1. Ну, по-моему, вот одну я не тронула. То с ней вроде бы и так все хорошо. Сейчас посмотрим. А, вот. Вот здесь уже вот корешочки. Ну, она практически готова. Свеженькие, хорошенькие. Но здесь, да, грунт совсем такой хороший, воздушный. Сейчас их пока на отправку нет. Но думаю, до весны они будут. Здесь еще совсем. Видите, это я недавно сделала такой замену грунта, еще даже не освоила совсем, только начинает по краю появляться беленькие корешочки. Черенковала я в моем любимом почвовредите Биомастер крепкая рассада. Продается он в фикс прайсе или в Лероа. Когда я вижу, я забираю все. Черенковала зеленым черенком, не в почвобрикете все-таки, а я попробовала мох сфагнум, купила уже готовый и делала в прозрачном ящичке из фикс прайса в парниковом эффекте. Корни давала более чем месяц, месяц-полтора и два даже были некоторые. Корни, как говорят, отличается воздушные и настоящие. Да, это немножко разные. Воздушные совсем не совсем такие волосиночки вот здесь вот у них. Вот такие вот, видно, нет, волосиночки. А настоящие корни, они немножечко другие. Но я думаю, что после периода покоя они похорошеют. Я их перевалю, уберу в хранилище. Те несколько штук я уже с перевалкой убрала в хранилище. Черенковала, я говорила, нет, это июнь-июль. Взяла с них выборочно зелеными, вот такими зелеными черенками. Деревянные нам не подходят. Подходят вот такие вот зеленые. Начеренковала, укоренялись долго, рассадила. Росли плохо, слабо. С заменой грунта стали получше. Они будут пока
Да, наверное, не пока они будут зимовать все-таки здесь. У меня открыта форточка. Здесь очень тепло. Не включены вообще ничего. Это второй этаж над гаражом. Как воздух теплый поднимается сюда. Мне надо или вентиляцию сделать более... Компот, не шелести фантиками. Или вентиляцию сделать посильнее. У нас еще морозов нет сильных. У нас там плюс 2, минус 2, минус 5 было ночью. Холода у нас еще сильного нет. Посмотрим, как зима будет теплиться. Но мне надо, чтобы здесь был такой небольшой плюс. Надо мне как-то это отрегулировать. Потому что все, что останется, будет зимовать здесь. Выключается дополнительная досветка. Северная сторона дома. Здесь никогда нет жары. И они здесь должны как бы дремать. И вчера еще я посыпала обе теплицы гроза 3. Это от слизней. Вот такие вот синенькие шарики. Вот они, синенькие шарики. Я приблизительно вот так вот набросала и посыпала. Вот вчера поливала. Не могу вытащить. А уже суховато. Мне нужен крайне редкий полив. И мне еще с юга привезли в подарок лавр. Был он прямо в глине с песком. Поменяла на более легкий, нейтральный торф, перлит и немножечко с добавлением грунта. Попробую позже также его размножить, но все это будет весной. Сейчас, я считаю, черенковать можно, но не стоит. Весной весенние черенки обгонят и догонят осенние, поздние. Я все это уже делала, проходила. Они весной начинают расти вот с огромной скоростью. И осенние, конечно, в разы меньше и медленнее они растут. Так что сделаю я забор себе из черешковой гортензии. Она еще идеальна для тени. В тень это то, что надо. Я еще думала один куст, наверное, посадить. Северная сторона гаража, там ОСП, но мы, конечно же, обошьем. И чтобы вот в этом проулочке она цепляла и была красивая стена. Тогда будет красивая стена. Можно пустить по дереву, можно по любой стене, по живой изгороди, по забору. Думаю, как почвопокровник, так же можно. Она есть сорта, что 5-6 метров, а вот эти вот такие, как компактные более, а есть, конечно же, выше. Поделилась с вами, подписывайтесь, будем говорить зиму о гортензии или о чем вам еще интересно. Могу рассказать любые темы, любые. Здесь у меня еще немножечко есть метельчатых, летние черенки, но они... когда корнями заполнит горшочек, пойдут или в холодный гараж, или на улицу. Такие горшочки у меня также есть. Лист пока зеленый, поэтому поздние черенки я не люблю. Но здесь практически нормально. Вот такой уже перезимует. Все, метельчатым и крупнолистным обязателен период покоя. Всем нужно отдыхать. И гортензиям также, и нам также. Всем всего хорошего. До свидания.